Ну, сюда, скажем так. Пожалуйста, переведите. Можно? Вот камера, да? А как же коннект, как он поймет, о чем идет? А, привет. Да, когда мы говорим Минчунь. So when we say Минчунь? У нас существует определенное как бы, понимание того, ну, почему именно Минчунь. We have a certain understanding why it is exactly Wing Chun. Дело в том, что очень мало противников работают вот в этой стойке. The thing is that there are very few people that would use this type of stance. Но это обычное положение. But it is a regular position. Обычное положение, когда мы с вами встречаемся с противником. When we meet with opponent. Да, и поэтому есть вот некая такая вот вещь, да, что когда мы стоим вот так, so when we stay in this posture, нам очень сложно применять какие-то технические элементы. It is really hard to use. Люди привыкли там применять технические элементы вот так. Да, одна нога, например, стоит впереди, а вторая стоит сзади. It is really hard. Или наоборот, да? It's really hard to use different technical elements because people are used to employ things in a different way. Вот, как бы, когда мы стоим вот так. But when we stay in this way, our feet this way. Алексей теперь может стать как ему удобно. Alexei, for instance, can stand the way he's comfortable. Да, и предположим, он будет наносить удар вот этой рукой мне в подбородок. Let's say he will be using his rear hand in order to deliver the strike to the chin. See what happens? See what happens? Предположим, он ударит этой рукой. Let's say he would use the other hand for the strike. Just to the chin. Видите, что происходит? Бам. Видите, моя следующая рука выстроена под удар. See, I have the next hand charge. Предположим, он убрал голову, я промахнулся. Let's say he moved his head. Видите, что происходит? See what happens? He's totally dispelled. Теперь, предположим, он ударит два удара мне в подбородок. Let's say he would deliver two strikes in my chin. Смотрите, что произошло. That's in what position he got in. Смотрите. Я могу работать обоими руками. And now I can use both of my hands. Предположим, Алексей будет бить боковой удар мне в подбородок. Let's say Alexei will deliver a side strike to my chin. Видите, что происходит? See what happens? Удар снизу отсюда апперкотом. And the uppercut strike. Тут вот он, да. Бам. And now what happens? Давайте я попробую показать, как это будет без касания. Алексей, я удары наносить не буду, как бы, но покажу, как это в реальном бою будет выглядеть. Okay, let me show how it looks like in a real fight without like touching. Вот и все. And that's it. Everything's over. Видите его руки? See where his hands are? Видите, как они связаны? See how they are tight? Теперь я вам показал, что делать во фронт, да? So I have есть, когда я двигаюсь во фронт, Леша сейчас будет медленно по разным точкам. So he will deliver а я буду показывать, как работает Wing Chun. And I will be demonstrating how the Wing Chun works. Раз. One. Два. Two. Видите, что происходит? Three. See what happens with the opponent. Куда летит противник? So he just flies, right? Это Чисао. And this is Чисао. Да. Теперь смотрите, он дальше будет наносить такие удары. And he will be continuing with the strikes. One. Смотрите. We wedge the hand. Два. Two. Идем, пойдем дальше. Он умеет наносить удары. Continue. Самые разные. Very slow motion. Раз. One. Два. Two. Видите? Пять. Again, slow motion. Смотрите, что происходит. See what happens. Вот она свободная рука. And I have the free hand over here. Теперь мы чуть вернемся к работе другой. And now we'll do the different one. Let's say, а я проеду на шаг в сторону. And видите, I do я уже в другом положении. Side. Здесь уже Wing Chun
не работает. And here Bing-chan doesn't work anymore. Я не достаю. Мне надо ждать следующей атаки противника. I have to wait for the next attack of my opponent. Поэтому что я делаю? So вот здесь Вин-чунь. So here is the Bing-chan. Вот здесь же Кундо. Here is the JKD. Вот здесь тоже Джиткунду. And here is also JKD. Вот здесь тоже Джиткунду. Смотрите, как это будет выглядеть теперь. See how it's gonna look на параллели. Начинаем поединок. Мы будем раз, бах, встречи туда. Это Джиткунду. То было Винчу. Вот это Джиткунду. Идем дальше. Он опять будет медленно бить. Смотрите, я бью накрест Джиткунду, он отражает этой рукой. Смотрите, я перехожу в Винчунь, бам! Видите, попадание. Раз. Теперь удар. Сверху, как положено. Опять снова сверху опять будет продолжать наносить боковые. Смотри, вот. Видите? Хопа! Глубоко, куда? And then I strike with the whatever that called with the hand. Ему кажется, что он может назад потянуться. And he thinks that he can go back. Под левый боковой удар. Видишь, какие грабли цепляются за шею. Идем дальше. Опять медленно двигаемся Джиткунду. Удар первый. Допустим, не дошел. Пошел второй. Смотри. The second strike. Опять Джиткунду. Только я его разворачиваю, отсюда идет удар. Turn him and then deliver the second strike. Он меня сейчас будет бить, давай. Видите, что происходит? Видите, где рука его? Заклинила. Попадание. Видите? Идем дальше. Начинаем Джиткунду, например. Я ухожу в сторону, бью сразу. Но не дошел, плечо ударил. Он начинает меня бить, смотрите. Бам! Следующий Джиткунду удар. Вы видели, что происходит? Промазал, он за спиной оказался. Смотрите, раз, вот Вин-чунь, бам! That's Вин-чунь. Видите, как я перехожу с Джиткунду на Вин-чунь? See how I switch from Вин-чунь from Джиткунду? Я включен на воде, только бить не буду Леху. Леху по ногам. Медленно. So now I would deliver strikes to feet. Я ухожу от всего удара сюда, смотрите. Вот Вин-чунь. So here's the Вин-чунь. Видите, он закрыт, я до него не достаю. As you see, he is close. I did not reach him. Я достаю сюда, смотрите. But I reached his feet. Видите, где он находится? Do you see where is he? А теперь я возьму Леху аккуратно и туда, ну, я переверну бы сейчас, туда, если надо. И дальше бы удар. And then I would just... Было сверху. Come on. Я ухожу, видите, я на линию поставил руки, он бить не может. I put my hands on the line. Смотрите, видите, я просто выставляю руки. And then I just wedged my hand in. Он ведет его руку, я вот так вот перемещаю сюда же на шутку. I move to here and deliver a strike. Видите, теперь я эту руку, смотри, бам, вот отсюда будет, сейчас сюда. And I can deliver a strike from here. Теперь, как бы это выглядело, если бы я делал бы в сечевом варианте. So how it would look like если бы это была дворянская сечь, русское искусство. The Russian art. Видите, как бы это выглядело в раз, one, два, видите, что происходит? Три. Three. Ну уже. Четыре. And that's it. Я его по звеньям собирал, видели? Опять Вин-чунь собирал. Again Вин-чунь. Видите? Вот он удар, он на меня держится. So here's the strike. Мы его переворачиваем. And сюда, then видите? We just удар, и он на полу. And he's on the ground. Еще сейчас, Леша, пару ударов. Several more strikes. Раз. One. Вот он Джиткунду. Here's the JKD. Он заходит, я разворачиваю удар, идет смотрите. I turn. Видите, откуда будет удар? So as you see, the strike will be from over there. Если удар будет отсюда, мы ставим руку, видите? We wedge in our hand. Смотрите, как они замыкаются. And see how the hands are tight. Видите, как они замыкаются. А у меня рука остается. But I have my hand. Давай сюда, покажем. Если бы Лёхе был нож, let's say, мне нужно было бы технику применять для ножа. Выглядело бы это так. Ну, допустим, начнем с ударов в корпус тыкающих. Let's say he delivers a thrusting strike. Видишь, что произошло? Раз. В обратную сторону. Видишь, вот. One. Бам.
Видел, сломал бы ему руку одновременно и убил. He would get the broken hand and he would. Теперь вот сюда. Не, вот венецианский. Раз. One. Видишь, что происходит? See what happens. Раз. One. Я могу переворачивать сюда. And I can turn him to different sides. Наносить удар I сюда. I can deliver stretch from here. Обратите внимание, я не иду от противника, я иду на противника. Pay attention that I like go I to attack. Видите, я ломаю противника. I break his момент, central line. Вот удар. Тык пальцем. Strikes. With the fingers to the throat. И вот здесь я уже могу что? And here I can disarm him. Спокойно забирать нож. Потому что он уже в глаза получил удар. Because he already got stroke in his eyes. So. Давайте попробуем жидкую. Let's try to do the same thing with JKD. Я ушел бы. Пам. Но видите, где у меня рука осталась? But see my hand. Он начинает вынимать руку. So смотрите, он вынимает и получает. Это меня в первую и вторую. So once he takes his hands out, he will get the two strikes in the row. Давайте попробуем порежем. Let's do the cutting strikes. Да, и отсюда. Бам! Видели, да? Попадание. Винчун, а вот будет сейчас джиткундо. Винчун, this is JKD. На выбросе ноги будет джиткундо. So when I move my hand, I do the JKD. Смотрите, раз. One. Руки на линии ножа. Удар. Hands раз. On the line видите, уже бить не может. Рука замкнута. Now he cannot strike. Вот я попадаю. Раз. Смотрите. I deliver нож забираю два. And disarm him too. На обратном движении преподать. On the reverse side. Это я не атакую. Смотри, and I'm not attacking now. I'm сейчас just атакую. Like, now attack. Сейчас атакую. Now I'm attacking. Сейчас атакую. Now I'm attacking. Сейчас атакую. Сейчас атакую. Now I'm attacking. Видите точка боя? See, сейчас he, будет, he's in the fulcrum. Сейчас атакую. Бам! Навстречу. This type of a strike, like a counter. Сейчас атакую. Все аккуратненько, муж не ударит по ноге. So we're just behaving very carefully so that not to strike the feet. Ну так вкратце. This is in brief. Боевое применение винчуни джиткундо. The fighting. С ножом и без ножа. Defiance of JKD and Wing Chun with a knife and without a knife.